Здорово, Проныра. Я тут прощупал почву, да, но акулы страшно злые. Так что нужно действовать быстро. Ладно, я и так собиралась за неоном. Эй, полегче. Я обожаю глотнуть газку, ничуть не меньше прочих. Но неужели этому это... трюку я научилась в Джерси. Неон помогает мне мчать с дикой скоростью. Серьезно? Поверю тебе на слово, проводник. Интересно, какие еще секреты ты от меня скрываешь? Да, это подойдет. Давай, выходи! Так, ленивый неон. Давай, приноси пользу. Вот это заряд. Огневая мощь мне не помешает. Странно, они вкусные. О, здоровый. И двигается. Проныра, лапочка. Большой световой шок. Мне пора. Если пройти через эти облака, то я всех порву. Сочный неоновый толстячок. Я сожру тебя. Как это круто! Сюда, толстяк! Какой он ловкий. Промчать через эти облака и будет самое оно. Бежит вкуснее. Так, значит, акулы сами идут ко мне. Где Брент? Никто не говорит по-английски? Понеслась.
проныр, детка. Я только что нащупал кое-что сочное. Чувак. Акулам скоро доставят большую партию оружия. Помоги мне его украсть. И тогда 50 вооруженных людей будут вламываться в дома в поисках Брента. Супер, спасибо. И хватит уже пропощупать. Ты маньяк, я понимаю, но давай уже закроем эту тему. Эй-эй, да будет тебе известно, что женщины считают меня неотразимым. Ну да, если им заплатить. Слушай, когда захочешь украсть пушки, встретимся на улице за кафешкой Блохи. Ладно, здорово. Это для тебя, Брент. Все равно я быстрее.
Бостон. Я всегда буду сидеть на твоей шее, братишка.
Делай, что хочешь, но я не сдамся. Было быстро. Машина загружена, поехали! Кажется, я задел сигнализацию, и она сработала. Если акулы нас догонят, прикрой мою задницу. Вперед, все путем. Видишь ли, милая, если они узнают, что их добро похитил я, то они захотят отомстить. А этого мне бы совсем не хотелось. Да ладно, у тебя же есть проводник, так что они в жопе. Доставим оружие твоим людям, а они найдут бренд.
Все супер? Они крадут оружие! Манера! Держись рядом, я разберусь. Там впереди гранатомет! Сделай что-нибудь! Это ловушка! Машину придется бросить! Прикрой меня! Нет, я расчищу дорогу! Чудом отделались. Копы. Спрячемся ненадолго. Мне нужно подзарядиться. Хорошо. Я знаю одно место. Кажется, чисто. Поехали. Он не дает мне расходиться. Так, конечная станция. Выгружаемся. С меня хватит. Да ладно. Мы отлично сработались на улицах. Только представь, как мы сработаемся в койке. Вооружи своих людей и ищи Брента, иначе отрежу тебе кое-что лазером. Обращались люди, которым был нужен твой брат. Пришлю тебе их координаты. Наверняка они кто-то знает. Вот. Теперь заговорил как человек. Умеешь удивить. Ха, я же родился и вырос в Техасе.
Говорят, акулы выследили одного из моих парней, которые искали Брента. Извини, детка, но мне придется отозвать людей. Это слишком опасно. Нет-нет, я его прикрою. Передай своим, что я прикрою всех, кто ищет Брента. Это сработает. Открою и выстрелю, только быстро. Следи за ногами, солдатья! Шейн, твой парень еще дышит? Я рад, что у тебя это хорошо получается. Ведь еще одного из моих парней засекли. Я разберусь. Высылай координаты. Давай. Не лучшая моя работа. Эй, ничего не выйдет. Нужно валить. Слушай, если твоих ребят засекли, давай это используем. Пусть все идут к гавани к ресторану Олаф. А ты устроишь засаду и поджаришь этих акул. Мне нравится ход твоих мыслей. Слушай, я буду ждать за рестораном на машине. Когда откроешь огонь, я подберу парней и вылетаю. Добро пожаловать в мясорубку. Шейн, меня заметили. Веди своих парней. Да, мэм. Меня заметили. Веди своих парней. Да, мэм. Так, мои парни идут по переулку. Правда, этого никто не заметил. Акулы стреляют только по тебе. Я не против. Всем кости переломать? Да пожалуйста. Ха-ха-ха!
Шейн, твои люди живы? Брента нашли? Ну, кажется, ты их вдохновила. То, как ты тут отжигаешь, ты — это что-то. Просто воплощение смерти. Я не чудовище, просто... Я должна помочь брату. Без него я схожу с ума. Значит, мадам, вам повезло. Один из тех, кого ты спасла, говорит, что кто-то из акул забирал груз в Джорджтауне. Если мы найдем его на записи камер слежения, то сможем выяснить, где они держат Брента. Вот можешь, если захочешь. Значит, ты наконец позволишь моему ковбою проскакать на быке. Быки — это ж самцы. Ну да, неважно. Это было здорово. Ты меня огорчаешь.
Алло? Ранера, привет. Я Дженни, работаю на... вместе с Джейном. Кажется, я должна помочь тебе отыскать одного из главарей Аку. По телефону? Через городские камеры. Присылай мне их номера, тогда я смогу найти записи. Я дам координаты места, где его видели. Что? Номера камер? А ты кто вообще? Дженни, я работаю на город. И иногда на Шейна. Код камеры — это почти как QR-код. Его можно сканировать телефоном. Пришли мне его, и тогда я найду записи с этим парнем. Наша программа распознавания лиц такая крутая, что даже страшно. Так, я здесь. Ага, найди камеру. Так, есть. Сканируй код, чтобы я нашла записи. Это он. Следи за ним. Будем вести его от одной камеры к другой. Извини, что не могу сканировать всю систему. На работе это засекут. А что мы ищем? Говорят, у акул есть логово, где они держат пленных. Он приведет нас туда. А Шейн? Что у тебя с ним? Ну, ты ищешь брата. А мне нужно было кое-что другое. И теперь, когда звонит Шейн, я ему помогаю. Только на работе нужно быть очень осторожной. Черт, а что тебе было нужно? Давай, не будем углубляться в это дело. Так, тут ничего полезного. Кто этот парень вообще? Он занимается торговлей людьми. Торговлей людьми? Как рабами? Да. И кажется, он следит за этой девушкой. Сидела бы дома. Уже какое-то место преступления. Он его убил. И вот эти люди схватили моего брата. Добром это не кончится. Ничего. Ее забрали. Стой, он что-то уронил. При
Привет. Дженни, ты можешь по телефону узнать, где был человек в течение дня? Да, но придется подождать. И нужна копия его сим-карты. Я ее пришлю. Освободим моего брата и заодно разберемся с этими гадами. Ротера, мои парни попали в засаду, устроенную акулами. Дело плохо. Значит, ты хочешь, чтобы я врезала этим уродом в трениках, да? Ну, да. С удовольствием. Просто покажи, в какой они стороне. Кстати, Дженни супер. Позвони ей, есть инфа. Шейн, я не вижу тут твоих людей. Акулы выбили их, окружили у паромной станции. Им пришлось бежать. Сколько против них бандитов? Куча. А что, снова хочешь поиграть в старуху с косой? Обновить число убитых? Я делаю это ради Брента. Ха-ха, да ладно. Я же тебя видел. Широкая ухмылка на морде, яростный взгляд. Ты кайфовала. Я в норме. Парни засели за одним из грузовиков. Защити их, и когда Дженни взломает тот телефон, мы вместе пойдем выручать твоего брата.
А ты двигай. Второй фронт. Фронт? Это что, война? Ну, типа, мы с тобой украли оружие. Я раздам. Мы его своим людям. Они стали вышибать двери, искать Брента. И акулам это, естественно, не понравилось. Это война банд. И ее начала ты. Ладно, я вам помогу. Брось, не злись. Мы всех порвем. И когда Брент вернется, это не значит, что наше сотрудничество закончится. Мы с тобой на пару. О, мы горы свернем. Целые горы очень, очень дорогой наркоты. Ни за что. Десс скоро будет здесь. Если я окажусь в Кердон Кей, то не вызволю брата. Займись Брентом. Да, мэм. Отлично. Если они все там соберутся, не придется их выслеживать. Да, это ты, мой ангел смерти. Достал часть лазерного шоу. Похоже, ты разошлась. Дала им прикурить. У меня мороз по коже. Я просто пытаюсь помочь брату. Кайф я от этого не ловлю. Мы с ним совсем не такие. Понятно. Не хочешь, чтобы Брент узнал, какая ты на самом деле? Ангел смерти, которого я так сильно люблю. Брент обо мне заботится. Когда люди видят, что я творю такое, у них крыша едет. Я не хочу его потерять. Ну? Если твой брат помогает тебе не слететь с катушек, тогда держись крепче. Женя взломала телефон акулы, и теперь мы знаем, где они держат заложников. Ты серьезно? Когда будешь готова, встретимся у кофейни на Мэдисон. Пора действовать.
Начали, а я закончила.
стоянке. Прыгай на крышу машины. Снова ехать на крыше? Да ты джентльмен. Но в прошлый раз все сработало. После адской вздрючки, которую ты им устроила, они будут злые. Загнанные в угол крысы опасны. Спасибо, страшила мудрый. Они сзади, на пикапе! Не забывай жать на газ. Ладно, мы все пристегнуты, кроме тебя. Еще пара таких дел, и город будет наш. Скажи своим не лезть вперед, не хочу кого-нибудь подстрелить. Ха-ха, разумеется. На этой шахматной доске королева ты, и мы это знаем. Где мой брат? Должен быть где-то здесь. Тут все контейнеры набиты людьми. Брент! Здесь нет. Его нет. Сейчас!
Мне некогда с этим разбираться. Шейн, у тебя есть люди рядом с южной станцией монорельса? Бренту нужна помощь. Да не вопрос, я разберусь. Я скоро буду. Когда я бежала к Бренту, мне было хорошо. Рядом с ним я как будто дома. Перестаю сходить с ума, паниковать и цепляться за воспоминания, просто чтобы успокоиться. Он моя опора. Я мечтала снова увидеть его. Крошка, но работа еще не кончилась. Я отпущу его только когда в городе все наладится, обещаю. Стой, скаута! Не делай так. Еще парочка заданий. Ранера! Нет, нет! Я снова сходила с ума. Нужно было найти воспоминание, пусть даже самое плохое, чтобы держаться. К бездомным относятся как к тараканам. На тебя всегда смотрят косо. А потом была первая доза. И оказалось, что быть тараканом неплохо. За эти ощущения мы были готовы на все. Брент понимал, куда все идет. Он не хотел, чтобы я пропала вместе с ним. Но я уже подсела. Мне это было в кайф. Я не могла остановиться. Не могла. Мне был нужен контроль. Шейн забрал Брента. И меня понесло. Похоже, что ваше тело устояло и одарило вас новыми способностями. Да, похоже. Хотите их увидеть? Давайте. Попробуйте меня взять. Вы сдерживаете свою силу, мисс Уокер. Может быть. Давайте еще раз, я устрою вам шоу. Thank you.
Потрясающе. Почему вы не показали это раньше? Потому что вы не дали мне повода это сделать. Пригнали бы дезовцев, получили бы полный фейерверк. Осторожнее с желанием. Следуйте за красными линиями. Держитесь в центре. Здесь нет выхода. Все запечатано. Сейчас я разрешаю вам нападать на голограммы моих людей. Но только при одном условии. Не скрывайте своих способностей от меня. Супер! Столько лет бегала от этих парней. Драться веселее! Вам кажется, что мир пошел на вас войной, но иногда помощь гораздо ближе. Что вызывает такую ярость? Почему вам это так нравится? Почему вы злитесь на проводников, мисс Уокер? Мы же все в одной лодке. В этом задании вы должны создать свою собственную реальность. Ладно. Хорошо, но можно лучше. Хорошо. Оружие всего лишь инструмент. Оно помогает добиться цели. Эй, я не твое оружие. Хватит болтать про мой гнев и лезть ко мне в голову. Я хочу драться! Агенты Деза были такими же, как и вы.
проводниками, которые нуждались в моей помощи. Но чтобы получить работу, они должны были выжить. Чай, турель! Видите? Вы оружие. Когда мы выбрали вас, я заткнула рот прессе. Уничтожила все документы. Потому что поняла, что вы можете принести пользу. Я здесь из-за силы. С нею я снова нормальная. Нет, вы здесь из-за того, что сделали. Хотите выпустить ярость? Направьте ее. Сражайтесь!
Сияй, малышка. Отлично, мисс Уокер. Продолжайте в том же духе, и вы получите работу. Садитесь. Вы говорили о том, как Шейн предал вас. Когда с акулами разобрались, Шейн решил шантажировать начальника полиции, чтобы провернуть какую-то важную сделку. Он пообещал, что если я соглашусь ему помочь, то он отпустит Брента. Я знала, что это ложь. Люди Деза все прибывали, и мне нужен был план Б. Про
Раннер, у тебя проблема. У меня проблема? Тесс хватает моих людей почем зря. Если так пойдет и дальше, у меня их совсем не останется. Некому будет охранять твоего брата, понимаешь? Помоги ему. Знаешь, я с удовольствием научу твоих парней, как не попасть в лапы Деза. Не надо на меня наезжать. Копы сели мне на хвост. И все из-за твоих чертовых лазеров. Выдохни, чувак, я все сделаю. Если разгромить комплекс, будет меньше народа и больше кислорода. Ладно, только не забудь про моих парней. Не забуду, босс. Thank you.
Посмотри на нас и освети нам путь. Так, Десс, сегодня я приду к вам домой, и вы попляшете. Они быстро строят. Школьницы круче вас. Спасибо, придурки. Я давно мечтала это сделать. Шавки! О, маленькие Шейны, бегите! Черт, они увеличиваются!
Эй, вы, проваливайте! Ну, техасец, твои громилы снова пасутся на природе. Ты такая хорошая, преданная работница. Пожалуй, тебя надо наградить. Проныра! Брент, куда он тебя посадил? Знаю, но это не важно. Беги, пока Дес тебя не сцапал. Видишь, детка, если ко мне по-доброму, я дам немного Брента. А если нет, то отниму у Брента ухо или зуб. На выбор. Говорят, твой брат у Шейна. Мне жаль, но я его знаю. Пока ты ему нужна, Шейн ни за что не отпустит Брента. Ты по опыту знаешь? Слушай, я хочу тебе помочь, но это должен быть наш секрет. Встретимся в научном центре, и я все объясню. Кусили кусок не по зубам, уже не в первый раз. Yeah.
Дженни, ты здесь? Как дела? Загружаю программу на твой телефон. Видишь приложение для видео? Включи его. Что это? Картинка с ближайшего полицейского дрона. У Шейна скоро будет доступ ко всем этим штукам. Он подкупает копов. И что? А то, если хочешь найти брата так, чтобы Шейн об этом не знал, ищи и уничтожай эти дроны. Почему ты мне помогаешь? Потому что тебе не понравилось, когда забрали ту девушку. Мне уже не вырваться от Шейна. Но ты можешь. Хорошо, что меня не укачивает. Где ты? А на что он смотрел? Это была дорогая штука. Так и есть. Они по 90 штук каждая. И еще одна на углу третьей из плюс. Он с тебя глаз не спустит, и брата тебе не видать. Ясно. Сейчас сломаю. А это по закону? Так, похоже, полиция включила еще одного. Он движется чуть быстрее остальных, так что ловить его будет сложнее. Быстро это ничего, это моя тема. Это не дрон. Вертолет?
Серьезно? Ты не знала, что это вертолет? Извини, они так похожи, они выглядят... отличить дронов от вертолета. Ах, неважно. Не я же превратилась в пылающие обломки. Я пришлю тебе координаты остальных дронов. И кажется, я знаю, где Шейн держит твоего брата. Кажется, это здорово. Шейн переводит пленников с места на место, но, по-моему, я поняла его систему. Все, я официально прощаю тебе вертолет. Скажи, куда идти, я уже там. Thank you.
ожидал такого, да? Всех в том, что он новая акула, и для этого сажает смутьянов в контейнеры. И моего брата тоже? Да, но я не знаю в каком. Их 4, и все охраняются. Если начнешь их вскрывать, у тебя будет пара минут. Потом Шейн узнает. Буду действовать быстро. Спасибо. Первый рядом. Здесь пусто. Иди к следующему, быстро, пока никто не хватился этих охранников. Я заглушу их систему связи, это даст тебе время, но ты должна спешить. Шейн постоянно хочет быть в курсе дела. Его люди должны все время выходить на связь. Поспеши. Если меня поймают, он, наверное, решит, что это ты рассказала мне про контейнеры. Я буду уже далеко. Помогу тебе и свалюсь с чистой совестью. С чистой совестью? А что ты натворила? Угости меня коктейлем на пляже где-нибудь далеко отсюда. Тогда я расскажу. Ладно. Проныра, время идет, поторопись. Дженни, откуда столько полиции? Они просто кишат. Ты разнесла базу Дезы, и полиция работает в 2 смены. Ты мой друг, враг народа номер 1. Вот так. Ну же, Брент, ты должен быть в этом контейнере. Никого нет. Тогда давай к следующему. Бегом! Привет, Проныра! Что это задумала моя девочка? Сейчас я как бы занята. Да ты задыхаешься. В чем дело? Представила, как я голышом скачу на твоей лошадке? Но это я понимаю. Или у тебя снова началась паническая атака? Я угадал? Снова свернешься клубком и отрубишься? У меня на хвосте копы. Пока. Нужно спешить.
чем дело, Дженни? Тут никого нет. Не знаю. Остался только один. Он наверняка там. Я взломала компьютер Шейна, чтобы узнать, где Брент, ясно? Я ради тебя рискую собственной шкурой. Пожалуйста, не подведи. У меня нет времени. Дженни, здесь пусто. Это подстава. Дженни? Боюсь, Дженни сейчас не может подойти к телефону. Не трогай ее. Думаешь, я не заметил, что стали пропадать дроны? А? Об этой истории знала только Дженни. Я должен был выяснить, на моей она стороне или нет. Все это моих рук дело. Да ладно. Мозг — это она, а ты просто лазер с розовой челкой. Дай ей трубку. Ты опоздала. Она уже вышла. Но если поторопишься, то, может быть, еще успеешь. Знала, какова цена предательства. А ты-то сама знаешь? Мой брат. Ты убьешь брата. Хорошо. Пусть смерть Дженни не станет напрасной. Делай, как я скажу, и тогда твой брат будет жить. Встретимся на крыше Pioneer Building. Нам нужно копов убивать. Thank you.
Вот на что идут наши налоги. Иногда быть роботом невыгодно. Так, Шейн, я здесь. Извини, крошка, я отвлекся. Возьми телефон и все увидишь. Которому я плачу, наконец, дал мне доступ к камерам. Вот то, что они транслируют. И что? Просто копы? Да, и они защищают начальника полиции. Я мечтаю с ним встретиться, но, к сожалению, не в такой большой компании. Я не собираюсь убивать всех этих людей ради этой встречи. Я их отвлеку, устрою шум, чтобы им пришлось выяснять, в чем дело. Как скажешь, золотко. Если встреча пройдет так, как нужно... Я на много лет стану правителем Сиэтла, а ты с братом сможешь уйти. Я устрою заварушку. Нервничает.
к машинам! Продолжай все громить! Давай копам подойти. Не хочу, чтобы меня прерывали. И давай без шуток. Безопасность твоего брата зависит от моей. Дура!
посильнее. Шеф полиции уже психует. Мы с ним живо договоримся. Что сказать? Прекрати! Я предложу твоему боссу те же условия, что и акулам, только убирайся из города! Слышала? Все получат то, что хотят. Да? А где мой брат? Держал его в паре кварталов отсюда. Теперь сам... Мы с ним разбирайся. И это все? Ты же все слышала? Ты уезжаешь, я становлюсь боссом. Все счастливы. Дес. А теперь, когда шеф полиции у меня в кармане, ты стала просто симпатичной обузой. Ядовитый газ? Ах ты трус! А что делать? В тебя стрелять, только зря патроны тратить. Когда я отсюда выберусь? Знаю, детка. Поэтому ты не выберешься. Дышать. Сама понимаешь. Не могу. Когда мне становилось страшно, я думала о Бренте. Только он мог меня успокоить. Я цеплялась за воспоминания. Брент знал, если мы не уедем отсюда, то никогда не завяжем. Он брался за опасную работу ради денег. Хотел купить катер и уплыть в Канаду. Я говорила ему, что это бред. Но когда он пришел без пары зубов, я завязала. Хоть меня адски ломало. Он оставался рядом все время.
не бросил меня. Он мой брат. Я люблю его. И ничто меня не остановит. У него был бренд, и я не могла его спасти, если бы нарушила сделку. Простите, но как вам удалось вырваться из тоннеля? Этот ментальный прорыв дал вам новые силы? Ну да, я не рассказывала вам. Опять. Ладно, я все покажу. Позовите своих ребят. Неплохо. Но почему вы решили показать это сейчас? Потому что я тренируюсь, пробую, набираюсь сил. Дайте врага покрепче. Хорошо, мисс Уокер. Следуйте за красными линиями. Держитесь в центре. Вас будут ждать ваши личные демоны. Проводник, который создает голограмму, без ума от видеоигры про демонов. Я не в восторге от стиля, но для обучения они прекрасно подходят. Кажется, им это не нравится. Мы, проводники, живем в очень жестоком мире. Мы должны защитить себя. Это не живые противники, но ваши чувства самые настоящие. Думайте о Шейне, направляйте свою ярость, наращивайте силы. Thank you.
Гнев — это инструмент для управления всем вокруг. Мы проводники, весь мир принадлежит нам. Получается. Похоже, вам начинает это нравиться. Запомните это чувство. Не сдерживайтесь больше. Видите, на что вы способны? Будущее есть только у тех проводников, которые отринут прошлое. Я хочу услышать окончание вашей истории. Шейн хотел меня убить, так что выбора у меня не было. Только сражаться. Но проблема в том, что я не знала, где искать его или брата. Она сдохла? Надеюсь, да. Давай выстрелим еще раз, ну, на всякий случай. Где Брент? Они должны как-то друг с другом говорить. О, гарнитура и размерчик мой. Конвой номер 3! Уолтер, не вижу! Нет, Шейн все учел. В грузовиках столько добра, она никогда нас не найдет. Подожгу грузовики с наркотой, и Шейн сразу пишет. Нужно их найти. Это поможет. Это поможет. Грузовики, вам крышка. У вас ничего не слышно? Паранойя замучила. Здесь все чисто. Я знаю, как его разозлить.
про Нейра. Вот это сюрприз. Есть разговор. Нам не о чем говорить. Можешь поболтать с наркотой, которую я размазала по дороге. Не может быть. Может. Пока. Стой! Не вздумай, ты! Это что за хрень? Наверное, это акулы. Надо было с ними разобраться. Что происходит? Мы ничего не видим. Спокойно. Наверное, копы опознали наши грузовики. Круто. Сюрприз! Ах ты, ссылка! Повредишь еще один грузовик, и Брэнд останется без руки. Ясно тебе? Ты этого не сделаешь. Да? Поспорим? А что тут спорить? Без него у тебя не останется никакой, совершенно никакой защиты от меня. Ты с него пылинки сдувать должен. Не трогай мое. А не то пожалеешь. Что это? Что это такое? Мои ребята сильно напряглись. Все по плану. Едем дальше. Осторожней с неоном!
Поцелуй меня взад! Я потерял эту паршивку из виду! Похоже, ты потерял еще одну партию, дружок. Зачем ты это делаешь? Отдай мне Брента, и все закончится. Нет. Я отпущу его только когда ты расшевелишь Дес. Слово скаута. Тогда извини. Это просто девчонка, и она одна! Ведите сучку сюда, я ей займусь. Я на западе! Она тут? Взять восточнее? Просто делай, как приказали. Шейн нас убьет, если мы вернемся. Хочу заявить о наркотиках? Ой, нет. Все уничтожено. Дес пришел за тобой. Они знают, что ты разнесла мой груз. Тебе осталось только удирать. Думаешь, их не заинтересует, что это был за груз? Это преступление, между прочим. Да им плевать на меня. Они охотятся только на уродов. Их жертва ты. А я примерный гражданин. Да, но они могут передумать, когда все узнают. Эй, скажите что-нибудь! Мне что-то не по себе!
сдохла? Черт, ответьте кто-нибудь! Это для тебя, Брент. Грузовики, Шейн. Может, кто-нибудь ответит? Ну-ка. Твоя банда скоро уменьшится. Кстати, один бандит — это уже банда? Ладно. Ищешь меня? Я в крокодиле. Иди сюда. Клянусь могилой мамочки, что я размажу твои неоновые мозги прямо по стене. О, свидание? Свидание?